чем больше играешь, тем больше начинают просадки происходить. Ага. Но я еще в То окне есть сделал. лечит. Ну, я вот, короче, играю в окне без рамки. Ну, лечит очень просто. Лечит просто перезапуском. То есть, если будет уже совсем жестко, то есть, ну, потому что некоторые моменты это реально, блядь, может быть причиной твоей смерти. Так, сейчас тогда сервис запущу. Надо было это заранее сделать, как обычно. Так, у меня... Сейчас, короче, скажешь, если я диджей начну. Угу. Я тут буду стрим открывать, не открывать параллельно. Да зачем? Ну, когда же мы с Серегой играли, у меня же тоже, у меня стрим был обычно открыт параллельно. А, понял. Ну, чтобы за чатом тоже. Ну, все, можете заходить. Я поставил окно без рамок, но у меня такое чувство, будто боюсь экран. Например, когда я сворачиваюсь, у меня сворачивание идет дольше. Mm. Можно сказать, надо нести какой весь экран. А сворачивание без рамок должно быть как обычно. Сложно. Нет, у меня все нормально. А у меня вот я не знаю. Странности у тебя какие. Проснись. Пофигу, с рамкой буду играть. Привет, Егор. А, ты уже запустил, что ли? Да. Я же сказал, запускаю. А. Я ищу эти моменты. Да, доброе утро, Егор. Так, ну, ща, быстренько обучение-то пройдем. В общем, нас четверо в итоге. Так, не понял. Что такое? А, даже, нет, первый раз сказал. Первый раз сказал, что... Скоро, что сегодня... Бла-бла-бла. Угу. Чё-то игра не по-детски вылезет, ну ладно. Надеюсь, это терпимо хотя бы выглядит на стриме. Если чё, поменьше качество сделаю. Угу. Знаю, что опоздал. На минуту позже запустил. Соединяться можно? Ну я же сказал, соединяйтесь. Так, что вроде не сутки надо. Уже качеством пожертвовать, хорошо. Да, быстренько. Ага, да, что? Говорю. Ну, слышно меня, говорю, не слышно. Чуть-чуть, но это не критично, как по мне. Так, ну немножко. Сейчас тогда приспущу стрим быстренько.